песни. Ну и напоследок мы хотим вам спеть песню, которая называется очень просто «Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега, причала». Запомнили слова? Сейчас будем петь вместе. Забыв усталость, груз походный подниму. Доля мне, ох, и доля мне досталась. Я и сам не знаю, почему. Пролетит, пролетит по небу птица, в поле гнездышко зальет. А в реке, а в реке моей водица все спешит куда-то, все течет. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Ты не жди меня, не надо, в тихом доме у реки. Не уймут, не уймут меня преграды, не уют домашние, ни замки. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Ну что, запомнили слова? Давайте вместе. И... Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная. Далеко, далеко бежит дорожка, листья кружатся в пыли. Не смотри меня в окошко, я еще не видел край земли. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Жизнь моя беспечная, речка быстротечная, пробежала, прожурчала, мимо берега причала. Спасибо, друзья. На этом наше выступление заканчивается. Для вас играли бас-гитара, вокал Олег Дмитриевич Ивахненко. Спасибо. Мандолина. Золотые пальцы. Мистер Хорошее Настроение. Михаил Махович. Спасибо. Слайдовая гитара. Добро. Вокал, акустическая гитара, Андрей Шепелев. Гитара акустическая, вокал, шутки, прибаутки. Тимур Ведерников. Ну а также наши друзья Андрей Баранов и Тимур Шаов. Ну а все вместе, это наша веселая компания, называется «Гроссмейстер». Спасибо! Спасибо. Ну, я смотрю, мы еще не спим, так что еще что-нибудь будет. Давай, давай.
Сейчас, через несколько секунд, мы подключим сюда международный ансамбль «Мост любви». Так что мы терпим, пока все это отсоединяется. Ну, может, я нежданной шуткой сумею удивить какую-нибудь. Да? Я почитаю тогда несколько стихов.